Tchês. Aí, ó, tu tá aí? Ah, Yus? Нас связи Польша. Ну что, он же так, трохо, то есть, то нема, так. А что, с папой видно, значит, так есть, самый первый? Ну то почему-то у меня с тылу солнце. Что у тебя нового? А так все по-старому, ничего нового нема. Я как один в домку сижу, как пес смердячий. Як песик. Он у меня только попугай тут тего. О. Это вот последний. Чек очищай. Ага. Но. Это все хорошо. Даже у нас не смотрю. И что в домку? Сказывают, что в Польше пиздец творится. Мамуся, там, короче, убила. Даже на велосипеде пьяный ездить нельзя. А там, короче, выезжаешь из бара, причем в баре вообще велосипедистов дохренища. Они выходят, едут, и это как лотерея. Кого поймают, кого не поймают. Если, короче, тебя поймали, у тебя отнимают права на машину и на все. И даже на санках нельзя кататься. Ни на мотоцикле, ни на самокате нельзя кататься. Ебанись, ебануться. Идиотизм, правда? Мы тоже к этому идем, заебись. На велосипедах нужны права. Вы что, ебанулись совсем? На велосипедах права. А, швента? Бюрократия. Ага. Добрый. Говорят, еще в Польше делать, но сейчас скучно там. Мужики там так ходят, пивбары, бабы дома сидят, вяжут, кто по лесу ходит. Так что, если хочется, в принципе, спокойной жизни и творчеством заняться, Польша, пожалуйста, в вашем распоряжении.